В молодежном театре «Ангажемент» прошла закрытая премьера спектакля «Кукольный дом». Устроили ее специально для журналистов. Первый показ решили провести именно в таком формате, так как в декабре коллектив приготовил еще 4 новинки. 2 спектакля для взрослых и 1 детский. И выпустить полноценную 5-ю премьеру просто не успели. Генрик Ибсен очень весомый автор, и делать его очень быстро, за месяц, за полтора, это не то, что себе дороже, это преступление. Медицинским термином скажу, это вот как прийти на УЗИ, чтобы посмотреть свое будущее дитя. Да-да-да, его сердечко, и уже очертания, ручки, ножки, уже это то живое, что скоро станет полноценным человеком. Для зрителей премьера «Кукольного дома» состоится в феврале, уже после новогодней кампании.